Ух, дождь идет. Так мило. Романтично. Так. Печаль. И плохо. Боже. Завтра фестиваль. Не знаю, что делать. В голову ничего не приходит. Кроме одной вещи. Надо это записать. Возможно, ты это прочитаешь. И поймешь. Я умираю и погибаю. Что мне делать, я не знаю. Мои чувства, как же все грустно. Мысли кем-то спутаны будто. Вот любимый стих красивый, позитивный и очень милый. Про печеньки и конфетки, про бутылки и таблетки. Вот суицидом жизнь покончу и, наверное, стих закончу. Все пока, не оковай, хе-хе-хе, не скучай. Где веревка, горлу больно, в глазах темно, сердцу плохо. Хе-хе-хе. Какого черта? Это какой-то кошмар. Это должно быть он. Это все не по-настоящему. Это не может быть реально. Сайори не смогла сделать такое. Все было нормально несколько дней назад. Поэтому я не мог поверить то, что видят мои глаза. Я подавил рвотный рефлекс. Только вчера. Я сказал Сайори, что буду рядом с ним. Я сказал ей, что знаю, как будет лучше, и что все будет хорошо. Тогда почему она сделала это? Я это сделала ради печенек. На том свете, говорят, печеньки вкусные. Хи-хи-хи.